Євген Дмитрович Ковальчук – генерал-майор радянської армії. Народився у містечку Ружені, що на Житомирщині. У калейдоскопі його життєвих споменів на першому місці згадки з дитинства. Велика дружна родина, квітучий садок, фільм «Чапаєв» і війна. Помню, як почалась війна. Смотрю, мама утром завішує цими одіялами окна. Говорим, що случилось? Вона говорить, війна почалась. От я це пам'ятаю. Нас срочно почали збирати і евакуювати. От. Ну, отец був комуніст, у мене член партії. Ну, отца забрали, звісно, на фронт. А нас на телегу, я пам'ятаю, і повезли в село бабушка, де з дідушкою жили. Село Камені називається. Тоді був Вчерайшанський район, теж Житомирська область. Но нас, значит, мы в это село приехали, и там вот это вот мы встретили, как немцы зашли, видели. И первое, что мне, нас согнали на площадь перед сельсоветом, и двух человек повесили там, немцы. А нас всех согнали, и детей, и всех. А мама меня взяла вот так, и лицом, чтобы я не видел, как это делается. Потом я уже смотрю, они там висят. Но не стояли немцы у нас, полицаи были. А в 43-м году освободили наши уже, вот наши солдаты зашли. Вы бы видели, как их встречали. Вот вы не поверите. Солдатиков этих, вы молодые ребята, их хватают, затаскивают самогонкой там им и так далее. Ей-богу, вот такое вот было. Про те, що доля приготувала йому шлях військового, Євген Ковальчук навіть і не думав. Після одержання срібної шкільної медалі юнак закінчив Житомирський фармацевтичний технікум. Працював аптекарем на Закарпатті. І навіть не здогадувався, що призов до лав Збройних сил стане відправною точкою його кар'єри офіцера ракетних військ спеціального призначення. В 56-му году все сповнилось 19 лет і призвали в армію. Попав в Саратов. Саратовська учебная танковая рота при Саратовском танковом училище. Вы можете описать словами свое отношение к началу собственной карьеры военнослужащего? Мы заканчиваем учебную эту роту танковую, и нам выпускные экзамены с этой роты засчитывают как вступительные. Мы не сдавали даже вступительные экзамены, нас вызывают уже. Но я же вам говорил, мы же комсомольцы, Родина требует. Мы написали рапорта, ну а потом сидим в курилке, говорим, так мы же экзамены не сдадим, и все, и не поступим. А там тоже не дураки были. Выпускные в учебные роты нам зашли как вступительные. Он первый заходит, говорит, я зачислен в четвертую роту курсантскую. Потом я захожу, мне говорят, в какую, а уже отказываются, я же рапорт писал. В какую роту? Я говорю, в четвертую. Курсант четвертой роты курсантской, танковое училище. Ну а потом, когда нас уже, когда зачислили, ну я вышел, думаю, ну раз так, уже надо. Чего-то достигать, получать дальше образование, высшее и так далее, раз так получилось. Ставили ли вы перед собой какие-то цели, достигнуть чего-то, дослужиться до какого-то звания? Я никогда не ставил никаких перед собой целей, я сам поражался. Я нормально служил, потому что я всегда удивлялся, что меня вызывали и предлагали мне вышестоящие должности. Я просто удивлялся, почему вдруг меня, простой пацан. Простий хлопчина з мальовничого Житомирського краю, який чотирирічною дитиною пізнав жахи Великої Вітчизняної, навіть і не мріяв, що колись доведеться нести бойове чергування на полігонах країни, опановувати майстерність випробувача сучасних ракетних комплексів. Попав в Плесецьк, попав в бойові частини, не в іспитательні. От, був заместителем командира полка, нес бойове дежурство. Вот, ракеты межконтинентальные, которые несли ядерную боевую головку, 8К-64, так называемая была. Вот, потом там был испытан межконтинентальный грунтовый подвижный ракетный комплекс, которого Америка не смогла, а у нас был. Был очень закрытый и засекреченный. Потом меня с заместителем командира дивизии тоже вызывают в Москву, замкомандира дивизии. Ну, я, конечно, согласился. Я удивлялся просто, что меня вызывают. Меня не было никакого там любыми путями там добиться какого-то
карьеры какой-то и так далее. Я просто выполнял свои обязанности. Старался выполнять их как можно лучше. Не ради себя. Не ради себя. Я же 4 года пробыл в казарме. Год рядовым и 3 года курсантом. Мы же тоже в казарме. Я знал отлично казарму. Я понимал, что нужно солдатам рядовым. Когда я был командиром полка на севере, ну, там, в Плесецке, мне звонит девушка и говорит, я приехала с Дальнего Востока, откуда-то там, ну, к северу, с крайнего. Здесь служит мой парень у вас в части. Я беременная. А мне нельзя, по нашим там понятиям, нельзя рожать, если я не замужем. Мне нужно срочно замуж. А ты где? Я в Плесецке. А Плесецк – это 5 километров от города Мирный, город Мирный. Я поехал, забрал эту девушку, привез к себе домой. Правду говорю вам? Этого сержанта. Готов жениться? Согласен? Он говорит, так точно. Я их веду в ЗАГС. А мне говорят, через месяц заявление. Я говорю, какой месяц? Человек беременный, сейчас их расписывайте. Их расписали. Мы их с женой, я их привожу к себе домой, покупаю бутылку шампанского. Они у нас дома отмечают свадьбу и проводят у нас дома первую брачную ночь. Я вам серьезно говорю. Вот, вот такие были моменты. Надо же было человеку помогать. Якими б суровими та складними не були офіцерські будні Євгена Ковальчука, серед багатьох чеснот він надавав перевагу людяності, порядності та відповідальності. Саме ці якості створювали йому пряму вертикаль у службі. На початку 80-х Євген Дмитрович отримав нове призначення – очолити з'єднання глобальних ракет на космодромі Байконур. Было в составе соединения 3 полка по 6 шахтных пусковых установок. Ракета выводила на околоземную орбиту ядерную боеголовку, которая могла делать 1 оборот вокруг Земли. Ну и в любую точку земного шара могла наносить удар. Меня назначают начальником 2-го испытательного управления космодрома Байконур. Генеральская должность. Это управление занималось испытаниями ракет «Южмаша» Днепропетровских. Байконур в своем составе имел 8 испытательных управлений. 8. Первое испытательное управление занималось запусками космонавтов. Второе испытательное, вот, которое я возглавлял, занималось испытаниями боевых межконтинентальных ракет. Потом мы и «Зенит», и космических ракет. Кстати, все пуски до единого с полигонов, с космодромов, они испытательные все. Потому что после каждого пуска эта доработка шла, там что-то улучшалось и так далее. Я этим управлением откомандовал 2 года. И меня назначают уже в 84 году заместителем начальника космодрома Байконур, начальником ракетно-испытательных частей космодрома. Начальник боевого расчета космодрома Байконур. То есть все эти пуски ракет я давал команды, получал планы из Москвы какие. И в 86 году было принято решение об испытаниях нового ракетного комплекса, «Воевода» он называется, ракета Р-36М2. Такое боевое название, 15А18М, изделие открытое название такое. Вот. Для испытаний этого комплекса было создано решением тоже Совета министров СССР, государственная комиссия. Комиссию государственную возглавил первый заместитель главкомандующего ракетных войск генерал-полковник Яшин. Где-то в 89-м он был, или в 90-м был назначен заместителем министра обороны, генерал армии он стал. Заместителями председателя государственной комиссии были зампредседателя, технический руководитель, генеральный конструктор Уткин Владимир Федорович, КБ «Южное», конструкторский бюро «Южное», Днепропетровск. 2-й герой соцтруда, лауреат Ленинской премии, академик Академии наук СССР. Вот. Это КБ это разрабатывало, а изготавливал ракету
Южный машиностроительный завод. Чтобы себе представили, что это такое, значит, ракета в диаметре 3 метра и длиной порядка 30 метров. Вот. Вес ракеты порядка 300 тонн. И она заправлена двумя компонентами ракетного топлива. Это горючий окислитель. Практически до конца, до развала Союза мы ее испытывали, эту ракету, но мы до конца. Мы саму ракету испытали, причем максимальная дальность была 18 тысяч километров. Она могла достигать, эта ракета. Ракета могла нести 10 боевых блоков. Так вот, вы же математику знаете немножко. Каждый боевой блок был мощностью 0,4 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Вам это о чем вы говорите? Это 400 тысяч тонн тротилового тротила. Ну, обыкновенная взрывчатка. Одна боевая головка, а их было там 10. Ракета несла. То есть одна ракета несла 4 миллиона тонн тротила, так скажем, тротиловом эквиваленте. Она практически неуязвимая. Вот я не хочу политику даряться. Я понимаю, почему Украина нужна так кому-то. А до конца испытания были проведены? Ракету провели до конца. Вот эти блоки, вот эти испытали. Моноблок тоже мощный, один моноблок испытали. Но мы еще должны были испытать вот эти головные части, которые после отделения должны были по электронной карте местности вообще попадать в точку, в гвоздь. Но мы уже 3 пуска мы сделали, но уже Союз развалился, испытания эти прекратились. Скажите, а вам нравилось то дело, каким вы занимались? Нравилось. Я понимал, что то, что я делаю, оно нужно стране, так сказать. Поэтому мне нравилось. Хотя, понимаете, я не думал, что я занимаюсь чем-то там, каким-то... Я считал, что я делаю обыкновенную работу. Ну, как столяр, там, как токарь, как колхозник какой-то. Я делал просто свое дело и свою работу. Я никогда там не задумывался, что я какие-то подвиги там совершаю или что такого. Такого никогда не было. Хотя бы награды я имею, Красную Звезду, и имею за службу Родине, за укрепление боевого содружества. Ну, вы видели, он там заслуженный испытатель там и так далее. Вот. Но я никогда не думал, что я чего-то там делаю сверхъестественное. Просто выполнял свою... Работа была очень ответственная, понимаете? Боевое дежурство. Ну, вот та же «Сатана», вот, допустим. Командный пункт под землей. Ну, командный пункт полка, так скажем. 12 этажей под землю, 12 этажей, полностью загерметизирован, полностью закрыт. Дежурство через 3-4 суток смена. Ну, вот заступил я на боевое дежурство, 3 суток я дежурил, потом меня меняют, следующие 4 суток дежурят. Мы в течение 3-4 суток через 6 часов меняемся, 2 человека сидят за пультом и ждем приказ на пуск ракеты. Но я вам говорю, готовность примерно 1 минута. Если я получаю приказ на пуск, то через минуту ракеты улетают. И я себе представляю, что будет там, куда они прилетят. Понимаете, сколько погибнет там народа? Невинных людей, потому что это все ядерное, термоядерное, водородное. Психологическая нагрузка была очень тяжелая в тех, кто... служил вот в боевых, на боевом дежурстве. Некоторые офицеры не выдерживали даже, понимаете, просились уволить и так далее, потому что сидишь и там и ждешь все время приказа на начало войны. Что помогало вам выдерживать такую колоссальную нагрузку? Как вы выходили из такого сложного психоэмоционального состояния? Мы были воспитаны патриотами в то время. Как патриоты мы были. Вы понимаете, когда в наше время, вот когда, как это мне не пойти в армию? Мне не пойти в армию, это вообще позор был. Бежали пацаны в армию, просились. Ну, в мое время.
Потому что если в армии не служил, до определенного момента в армию не брали судимых и больных. Во-первых, если не служил в армии, то или судимый, или больной. Девчата шарахались от таких, кто в армии не служил. Вот. Потом, понимаете, мы же видели война, что мы победили в такой, в той войне. Мы были патриоты. И это помогало нам в этом плане. Я давал присягу. Дипломи з відзнакою, посвідчення, урядові телеграми, привітання з новим званням – усі ці документи свідчать про високий професійний рівень і активну діяльність заслуженого випробувача, ветерана Байконура, генерал-майора Євгена Ковальчука. Після закінчення служби і звільнення в запас Євген Дмитрович мав змогу оселитися у будь-якому місті колишнього Союзу. Та незабутні з дитинства почуття любові до краю, де народився, де народилися батьки, привели його на Україну. Вам никогда не приходило предложение сотрудничать, консультировать украинскую армию? Я когда приехал, Кучма, кстати, был премьер-министром уже в то время. Я ему написал письмо. Леонид Данилович, вспомните 42-ю площадку там, и так далее, все, как мы вместе там и прочее. Мне еще возраст позволяет, может, я нужен Украине. Я получил ответ. Но не от него, от какого-то там, ваше письмо передано Министерству обороны. И больше никакого я не получал. Никакого абсолютно ответа ни от кого. Я член совета, областного совета ветеранов, бываю. Когда я мимо проезжаю Южмаша, мне плакать хочется. Он же стоит, глухой. Какое предприятие было? Да вы что, его целый полк охранял. Он же был закрытый. Днепропетровск был невъездным городом из-за... Вы знаете, иностранцам нельзя было в Днепропетровск приезжать. А сейчас еду, он все стоит, все глухо, не работает. Евгений Дмитриевич, вы довольны тем, как сложилась ваша карьера военного? Я доволен тем, как она сложилась. Моя, ну, как не карьера, а моя жизнь. Я доволен тем, как я ее прожил. Мне, я уже говорю, будет скоро 77 на днях. Вот. Я беспокоюсь за своих потомков, понимаете? Я считаю, что какое-то детство было, я голод 47-го года помню, это 46-го, там, пас коров, зарабатывал себе на штаны там, чужих и так далее. Вот. Но я не считаю, что оно было у меня плохое. Мы были тогда другими просто, понимаете? Мы же дружными были, ну... У меня два сына в России, у меня два внука и внучка в России, у меня правнук в России остались. У меня в России похоронено две родных сестры моей матери. У меня в России двоюродный брат и три двоюродных сестры в России. Ну так сложилась ситуация. Теперь я не знаю, встречусь я с детьми или нет, в связи с тем, что здесь происходит сейчас. Они военные у меня, и внуки, и сыновья. Генерал-майор Євген Ковальчук вірить у те, що політичні негаразди не вплинуть на його родинні стосунки. Що незабаром в оточенні синів та онуків згадуватиме своє минуле, яке є гідним прикладом не лише для них.